Всем привет, кто меня смотрит и кому это интересно. Сегодня буду садить вчерашнего пострадавшего. Оказалось, у него две бульбы. Рассекло. Вот еще одна. Но я ее подвязала вдруг, пока вот новый рост начнется. Ну и вторую пришлось просто выкинуть. Отломалась она конкретно. Значит, он у меня ночь простоял так. Подсох. Так, я ему где-то тут приготовила воду, пока поставлю. Вот его горшок, который будем садить. А, да, тут у меня всегда такой беспорядок. Вот еще я не люблю пересадки, потому что у меня это всегда так сильно все. Он пока намокнет, а я вам покажу, что я приготовила его посадить. Значит, ну, остатки его, которая высыпалась на дно, крупные куски коры, немножко угля, камни на дно, потом вот такой субстрат, немножко перлита, разная кора, это пойдет уже так на средний уровень. И субстрат сюда я новый добавляла, вот купила, прочитала в интернете, нашла на eBay, искала субстрат, что он с гуана. Самое интересное, здесь на русском языке изготовлен он в Латвии. У меня большой-большой вопрос и просьба. Если кто этот субстрат использовал, напишите, пожалуйста, в комментариях отзывы, насколько он хороший или хороший. В принципе, на внешне... Вот, можно посмотреть, тут такой он рыхлый, хороший, для разбавления подойдет и к целогинам, к лекастам. Ну, что меня просто удивило, гуану морских птиц, вот такой он просто влагоемкий, рыхлый такой, воздушный. Попробую на самый верх ему положить. Но я тут разбавила, то есть этот субстрат вот разбавленный уже немножко перлита и мелкой коры. Так, это обратно. Все. И горшок, как всегда. Муж недавно сделал, буквально несколько минут назад. Пару камней для утяжеления. Так, его уголь сюда. Смочился, дружок. Так, надо мне еще учиться снимать видео, так чтобы было подробно хорошо видно. Господи, церковь-то остановится она или нет сегодня? Так. И, ага, чуть меньше надо поставить. Так. Вот так. И сейчас буду сначала большими кусками туда запихать большие куски, которые были. Заложу-ка я их обратно туда. Так. Постараюсь уложить его. Опа. Все легло. Так. Крупную кору. Запихнуть ему хорошо. Все, так, поверху теперь туда, в середину немножко этого субстрата. Он, в принципе, там со своим субстратом так и сел хорошо. Я его не высыпала. Так. Алло. Сосед пришел к мужу. Пришлось остановиться так. Вот. Потом вот такую меня сейчас пока отставлю.
Вот такое месиво я делаю. Это корни папоротника, мелкая кора и порезанный мох. Вот когда его сбрызгать, любят очень орхидеи, в корни хорошо уходят. Вот я такое прям вот поверху. Оно получается влажное. Мох потом этот прорастает. Ну это просто вот, ну, кто-то ложит. Кто-то ложит мох, а я люблю ложить, и орхам моим нравится, вот, ну, я имею в виду сфагнум. Я ложу вот такую штучку. Оно потом прорастает. То есть, видите, оно рыхлое абсолютно. Вот получается оно такое рыхлое, оно и влагоемкое, и быстро высыхает. Вот такая смесь очень хорошо подходит для маздывалей. Сохнет оно быстро, но там можно немножко пропорций, больше немножко коры. Хорошо, ну вот понятно вам, да? Так. Ну и теперь я ему этим всем просто прикрою корни. Сейчас тем более жара, они у меня стоят все на солнце. Этот пока в тенечке постоит, пусть приживется. Уж будет он цвести или расти. Как на него это подействует, не знаю. Вот. Так, вот так и я его потом. Значит, растение после того, как я сажу, я всегда поливаю. Сухими я не держу там. Лучше, чтобы корни потом в этом субстрате расправлялись и приживались. Я сравниваю это, как когда-то помидоры мы садили. Сначала ямку выкопаем, потом водички туда, помидорчик закопать, потом еще полить водичкой, чтобы корешки расправились. Ну и, в принципе, орхидея. Это вода уже с тоником, с витаминами В. Поэтому я сейчас аккуратненько и пролью его. Так, просто аккуратно пролью. И постоит он у меня пока просто в прохладе, пока посмотрю на его состояние. То есть корни я сильно не смачивала, сейчас тем более жарко очень у нас. Вот. Есть куда дальше расти, то в принципе сюда он должен расти, или туда уж куда начнут расти, но его лишь бы рос. Вот так вот. Как поливать орхидею в таком субстрате? Зимой достаточно редко. Вот помощница пришла. Потому что и период покоя, и период, и, ну, зимнее время, то есть не особо просто. Я так в таком субстрате их и не поливаю. Они стоят как огурчики. А летом очень удобно. Я просто их проливаю, я не замачиваю, хоть с удобрением, хоть с водой, или бывает просто окунула и достала, чтобы смочилось. И уже по состоянию, смотрю, корни отсюда вылазят, сильно вырастают, видно, когда они уже сухие, и к низу доходят. И по весу горшка уже можно приспособиться, насколько он легче становится. Пьют, если хорошо корни вот так вот разрастаются, они достаточно хорошо пьют. У нас сегодня 26 градусов тепла. Я вчера их поливала, сегодня кое-кого просто сбрызгала. Вот. Ну вот и все. Пока-пока. Кому было интересно, ставьте лайк.